Добрый вечер, садоводы и огородники. И снова я вас приветствую на своем канале «За городом». И мы поговорим о посадке рассады помидора в июле. У нас сегодня 15 июля. Самое первое, что нужно сделать, это подготовить грядку. Давайте обратите внимание. Вот моя грядка. Она у меня, здесь у меня рос лук. Сейчас я его уже вырвал и повесил сушиться. Самое первое, что нужно сделать, это скопать грядку и внести в него. Ну вот мы и прокопали всю грядку. И теперь начнем вносить перегной. Вносим перегной. И так по всей грядке. И немножко прокапываем. Итак, всю грядку мы вносим, на всю грядку вносим перегной и ставим заливаться. Ну вот уже грядка готова для посадки моей рассады. Мы уже выкопали ее, внесли туда перегноя и хорошенько пролили. Давайте обратим внимание на мою рассаду юрскую. Конечно же, вы сразу скажете: ой, какая большая рассада, она у вас не приживется и так далее. Ничего такого быть не может. И она прекрасно приживается. Давайте же я покажу, как мы подготовили грядку. Ну вот вы видите, что грядка у меня влажная. Давайте же приступим к посадке. Для начала я насыпаю суперфосфат. Одной ложечки будет достаточно. Затем немножко золы. И я буду сажать нашу рассаду, она у меня такая огромная, немножко другим способом. Буду сажать ее лежа. Сгребаем, кладем нашу рассаду и закапываем. Для чего мы это делаем? Чтобы выросли у нас такие придаточные корни. Они помогут растению. Вот, мы посадили. Теперь время подвязать нашу рассаду. Аккуратненько нашу рассаду так приподнимаем и зафиксируем. Теперь нужно хорошенько так обильно пролить. Ну вот мы уже и посадили всю нашу рассаду. И закрыли светоотражающей тканью. Ну а я с вами прощаюсь. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь и ставьте лайки.